Не плачь, не плачь, сынок. Смотри, что нам подарила Валиде. Ты проголодался? Как жаль, ребенок захлебывается от плача. Поручите ребенка кому-нибудь, кто сможет помочь ему. Как я отдам сына, зная, что его могут отравить? Пусть плачет. Ничего, успокоится. Хюрем, иди накорми Шахзаде. Если у тебя мало молока, мы найдем кормилицу. Я могу дать все, что нужно моему сыну. Ему всего хватает. С вашего позволения, Валиде.